Пандемия внесла коррективы не только в повседневную жизнь гродненцев, но и в долгоиграющие планы, например, на лето. Привычный и такой ожидаемый отпуск за границей приходится откладывать, а потому горожане ищут альтернативные пути отдыха. Например, приобретение домов дачного типа. Традиционно спрос на такие участки увеличивается в весенний сезон, однако в этом году свои коррективы внесла еще пандемия. Например, за последний сезон, прошедший под знаком пандемии, спрос на дачные участки увеличился на 15% по сравнению с 2019 годом. При этом большим спросом пользуются бюджетные варианты. Без бань, сложного ландшафтного дизайна и дополнительных излишеств, серьезно влияющих на цену дачного вопроса. Основная масса сделок приходится на объекты стоимостью до 10 тысяч долларов в эквиваленте. То есть большинство покупателей стараются уложиться в эти цифры. Основная масса запросов идет на максимально близкие к городу районы. То есть традиционно это Тарусичи, Коробчицы. Есть несколько садоводческих товариществ, которые поближе находятся. Но, в принципе, цены там соответствующие выше, чем в остальных. Востребованным также является гошское направление. Большим спросом пользуются дачные участки в деревне Жилича. Эти направления стали популярны благодаря открытию нового моста через Неман, который вскоре значительно облегчит движение в той части города. К слову, сменить владельца в сельских домах теперь станет куда проще. По новому указу, 24 марта 2021 года оформлением рутинной документации сможет заняться уже новый владелец дома, а не прежний, как это было ранее. Для того, чтобы оформить все документы, ему стоит обратиться за регистрацией в местное кадастровое агентство, а уже там заказать выезд на обмер земельного участка и прочие прилагающиеся услуги. Теперь все это можно сделать в одном месте, а поэтому времени на оформление земельного участка и всех сопутствующих документов будет уходить значительно меньше. Сейчас, когда дачный сезон почти на старте, специалисты прогнозируют небольшой рост цен. Тем, кто готов вложиться в участок и хочет при этом сэкономить, риэлторы советуют повременить со сделкой. Как правило, по окончании сезона количество предложений на рынке загородной недвижимости увеличивается, а вот цены падают.